Доля безналичных платежей в Тверской области продолжает стремительно расти. Общая сумма операций, совершенных таким образом, исчисляется уже не одной сотней миллиардов рублей. Более точные цифры, а также где именно чаще всего жители Верхневолжья расплачиваются, используя электронные деньги, расскажем в следующем материале выпуска. Почти 140 миллионов операций на общую сумму в 207 миллиардов рублей совершено за первое полугодие на территории Тверской области. Таковы данные регионального управления Центробанка, где отмечают рост популярности именно такой формы денежного оборота. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество транзакций выросло на 5,5%, а их объем увеличился более чем на 10%. Сумма среднего чека по безналичной оплате товаров и услуг возросла на 7,5% и составила 750 рублей. Что касается именно оплаты товаров и услуг, то за первое полугодие в регионе совершено около 132 миллионов таких операций на сумму почти в 100 миллионов рублей. При этом, несмотря на все более частое применение смартфонов, популярность банковских карт продолжает расти. Их на руках у населения Верхневолжья уже около 2 миллионов 900 тысяч единиц, что больше на 13% по сравнению с первым полугодием 2022. Это тоже вносит свою лепту в увеличение объема безналичных платежей. Наибольшей популярности пользуются переводы в системе быстрых платежей, оплата товаров, услуг ЖКХ и проезда в автобусах. Операции в торговых точках с использованием QR-кодов и ссылок тоже стали привычным способом оплаты. Условия для этого созданы. На конец полугодия в регионе насчитывалось более 29 тысяч электронных терминалов, что на 6,5% больше, чем годом ранее. Функций так много, что некоторые жители полностью перешли на безналичный расчет, отмечают в Центробанке, по данным которого доля операций по снятию денег с карт уменьшилась почти на 8%. За первое полугодие совершено около 8 миллионов таких операций. При этом в среднем в Тверской области с карты снимали за один раз 13,5 тысяч рублей.